команда не надо, побудила. Это занятие сегодня очень много. Сегодня игра была такая, у нас не было два основных игрока, но все-таки основных. В первой четверти получилось так, были провалы. Есть новенькие, подошли к нам. Так получилось, что они еще не сыгрались, но от вас их не было просто сегодня. У нас все впереди. Нам еще очков взять, нам еще будет выше. На Интер уже будем тактика самая как бы простая. Мы играем своего, защиту, а дальше уже по игре как соперник. Спасибо. Удачи вам. Спасибо.